Добро пожаловать в очередное видео канала Pelapel Television. Сегодня у нас снова в гостях Эстер Каталан. Как дела, Эстер? И сегодня у нас интернациональный поединок. Американская стрижка под названием Тедди и азиатская стрижка. Это борьба двух континентов. Скажи, Эстер, что тебя вдохновляет при выполнении этих стрижек? Меня вдохновляет в этих стрижках новизна, пришедшая извне, отличающаяся от европейских стрижек и которая дает неограниченный полет фантазии и креативности. И это очень сильно мотивирует парикмахеров. Очень хорошо. Давайте смотреть, как Эстер проведет этот поединок двух континентов. Привет! Я вам хочу представить Муса. Это компанийский средний пудель. Я сделаю стрижку по типу Тедди. Буду работать ножницами. Итак, для стрижки буду пользоваться изогнутыми ножницами, предназначенными специально для такого типа шерсти. Прямые ножницы, такого же размера, как и изогнутые, и филировочные, односторонние, для одной зоны головы. Начну стрижку с лап и придам им округлую форму, следуя анатомическому строению лап. Ночами долгими, не засыпая, моя Мона Ми, ты неземная, мы под звездами будем делить на двоих. И тихий лунный свет, музыку ветра, наш с тобой рассвет, тот самый белый на краю земли, алый, как губы твои. Ты одна из семи миллиардов людей, яркий свет среди хмурых и пасмурных дней. Солнце днем и ночами на небе луна. Ты одна из семи миллиардов одна. Ты одна. Легкая, неповторима, мимо ты прошла и покорила моя твоя, необъяснима моя. Наверное, где-то там, в области сердца, где живет мечта, не было места для других, и я знал, что увижу тебя. Для стрижки области спины буду использовать как прямые ножницы, так и изогнутые. Комбинировать их в зависимости от зоны стрижки, линий и углов, которые хочу сделать. Thank you.
После того, как придала округлую форму задней линии бедра, буду обрисовывать переднюю линию бедер. Начну с зоны коленного сустава. Мое сердце любить не устанет, как цветок порастает из камня. Лишь виска отдается дыханием. Ты нужна, нужна, нужна. Пусть с тобой мы совсем не похожи, и пускай для тебя я нежданный, но пульсирует в венах под кожей. Ты нужна мне, нужна мне, нужна мне. Пусть твой путь охраняется небом, пусть твой сон успокоит луна. Знай, что где бы на свете я не был, ты нужна мне. Ты очень нужна. Сейчас буду рисовать зону поясницы. Так как это стрижка Тедди, мне лично нравится придавать специальные формы, а не только округлять и не делать ничего более. Для этого, начиная с задней части, буду двигаться вперед, обрисовывая обе стороны, соблюдая симметрию.
После того, как закончила с зоной пояса, приступим к грудной области, соблюдая анатомические пропорции тела животного. Стрижку груди буду делать с прямыми линиями и делать угол вовнутрь между передних конечностей. Сейчас приступаю к стрижке передних конечностей, форма которых будет в виде цилиндра. Для этого использую изогнутые ножницы, с помощью которых придам ногам округлую форму по всей длине, двигая сверху вниз.
Сейчас буду стричь зону ребер и зону паховой складки с обеих сторон, также боковые части тела собаки. Приступим к стрижке головы. В первую очередь очищу зону глаз, не трогая зону переносицы, для того, чтобы потом у нас получилась округлая мордочка. Стрижка головы по типу Тедди немного схожа со стрижкой головы бишона фризе, с короткими ушками, но отличающейся формой. Больше не возвратится свежий приз, новый.
Для стрижки зоны крупа сначала подровняю и подправлю зону спины до максимально ровного результата. То есть хочу максимально подправить. И потом придам плавные линии, начиная с головы, следуя по всему телу собаки. Стрижки хвоста, отличие от нормальной стрижки пуделя по стандарту, не буду брить основание, для того, чтобы хвост не выглядел отделенным от тела и собака больше походила на мишку. Буду использовать изогнутые ножницы и после того, как состригу кончик хвоста, придам ему овальную форму по всей длине. Я сделала круглую мордашку. Как говорила в начале, оставила ясные и чистые глаза и зону под глазами. Нарисовала боковые линии, которые заканчиваются за ушами. С двух сторон выровняла зону нижней челюсти и округлила голову. Не трогала зону переносицы. Для придания эффекта большей округлости и гармоничности со всей головой. Итак, это мусс со стрижкой Тедди. Итак, представляю вам Лулу.
Это средний пудель абрикосового окраса. Будем стричь ее в азиатском стиле. Мы будем использовать не только ножницы, как предыдущие стрижки, но и некоторые части будем стричь машинкой. Для стрижки ножницами буду пользоваться изогнутыми и прямыми ножницами, а также филировочными, которые понадобятся нам для одной области головы. Вначале буду брить машинкой. Я использую машинку Esculap с ножами 5 мм для бритья тела. Не трогаю голову, конечности, холку и хвост. Все остальное сбриваем. Расчесываю для того, чтобы убедиться, что зона перехода стрижки машинкой и ножницами хорошо выполнена, что линии достаточно округлые и хорошо закончены. В нашей стрижке не должны быть допущены неровности. Никогда не сбриваю зону локтя, всегда оставляю расстояние 4-5 пальцев выше локтя. Таким образом работаем и на задних конечностях. Сначала закончим стрижку задних лап. Задаем правильные линии, округлые при взгляде со всех сторон, так как я хочу видеть гармоничность в целом. Я буду стричь зону бедер. Для того, чтобы добиться хорошего контраста, тело побрили, и далее будем убирать лишний объем с конечностей для придания более презентабельного вида.
того, как я закончила оформлять задние конечности, приступлю к передним. Все неровности и лишние объемы буду убирать, для того, чтобы нога выглядела пропорционально телу с необходимой нам длиной шерсти. Для этого буду использовать изогнутые ножницы. Все это делаю для того, чтобы в дальнейшем было легче работать. I was playing an actor in a film that I helped grew. Trying not one, trying not to forget. I don't know if you want to know the person in my past. If you do, then I'll let you take the blame. We can grow, we can move, we can shift, we can always rearrange. Never commit, never remain the same. So when you say my name, remember that I've changed. Remember all the things that we've done. Our hearts are interlaced with all the better days, with all the rising stars and the sun. I don't know if you wanna know all the things that I once knew. I don't know if you want a second guess. I was playing an actor in a film that I outgrew. Trying not one, trying not to forget. Under my bed, wanna know why I can't live day to day. If I could find a map to the key to what's locked in my head, I'll make it sail away. So when you say my name, please tell me that I've changed. Please tell me I'm not who I once was. Our hearts are interlaced with all the better days, with all the falling stars and the sun. I don't know if you wanna know all the things that I once knew. I don't know if you want a second guess. I was playing an actor in a film that I outgrew. Trying not one, trying not to forget. I don't know if you wanna know all the things that I once knew. I don't know if you want a second guess. I was playing an actor in a film that I outgrew. Trying not one, trying not to forget. В этой стрижке я не буду брить основание хвоста. Эта стрижка, как вы помните, стрижка вне стандарта или шоу. Придам хвосту немного овальную форму или форму полумесяца или же пера. Также я состригу кончик хвоста и, начиная оттуда, буду следовать вниз, используя изогнутые ножницы. Далее приступаем к стрижке головы. Формы будут аналогичны стрижке Тедди, но чтобы более подчеркнуть мордочку, сострижем больше зоны скул, что визуально придаст объем зоне черепа. С
Отсвелировочными ножницами состригу шерсть с области глаз, не трогая шерсть в зоне переносицы, так же, как и при стрижке Тедди. Thank you.
почти напрасно. Я других ошибалась. Ну и что, что болела? Зато я не боялась быть глупой и слабой, верить всей душою. Это все было нужно мне, что теперь быть с тобою. Просто здорово молчать с тобой, просто весело гулять по звездам с тобой. Я боюсь немного, но хочу бояться. Итак, наша собака Лулу с азиатской стрижкой. Как вы можете видеть, перед нами две собаки с азиатским стилем стрижки и с американской стрижкой Тедди. Ну как, Эстер, все прошло хорошо? Да, замечательно. Мы хотим поблагодарить владельцев собак за предоставление своих питомцев для снятия видео. Девочка Лулу и мальчик Мус. До скорых встреч! Увидимся в следующих видео. Спасибо за просмотр! Слушай их, меня не покидай.